Этих ребят называют первопроходцами. Они в числе первых оказались готовыми к труду и обороне. Челночный бег, подтягивание, сгибание, наклоны, метание, бег на лыжах, кросс по пересеченной местности. Весь этот комплекс ребята сдали на отлично, за что и заработали значок отличника ГТО. Пришлось сделать очень многое. Прыжки в длину, бег на короткую дистанцию, на длину. Конечно, длинная дистанция мне дается не очень хорошо, но я пробежала. Это была большая победа для меня, потому что, когда ставишь цели, когда ты добиваешься ее, ты понимаешь, что ты можешь еще больше. И, возможно, в следующий раз я уже у меня будет не один золотой значок, уже в другой степени, и я добьюсь его. Напомню, президент России Владимир Путин распорядился ввести в действие физкультурный комплекс ГТО с 1 сентября 2014 года. А в рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет. А с 2015 года результаты учитываются при поступлении в высшее учебное заведение. Хотел бы обратиться к вам, попросить вас о том, чтобы вы не только не скрывали этого, чтобы вы этим гордились и на каждом углу, наверное, рассказывали, что вы владелец золотого значка, как он вам пригодился. Вы уже победители, вы уже золотым значком, и хотелось бы, чтобы вы привлекли в спорт тех, кто еще сегодня не определился. Ну, в добрый путь, ребят, не останавливайтесь на достигнутом, только вперед, всегда первый.